Здравствуйте! Сегодня я получила потрясающий телефонный звонок от одного из моих учеников, который сказал: «Любовь Юрьевна, мы, группа ваших молодых, совсем еще маленьких учеников, хотим записать, если нет возможности это сделать лайв, песни военных лет и посвятить их нашим дедам, нашим прадедам, нашим бабушкам, нашим родственникам, потому что в каждой семье, в советской семье, есть память о войне. Всех коснулась война. 27 миллионов погибших. Это страшно. Я сама дочь ветерана войны. Мой отец прошел войну от первого дня до последнего и довоевывал японскую. Мой дед прошел всю войну. И для меня эта тема невероятно важная и очень созвучная моему сердцу. Думаю, что, как и всем, всем, кто проживает и в мире, и в нашей прекрасной стране. Так вот, меня так тронуло эта осознанность маленьких, совсем еще юных людей. Это генетическая память, этот какой-то невероятный зов сердца, это на уровне ДНК у этих детей есть вот эта вот память. Память о стране-победителе. Память о той страшной бойне, о той коричневой чуме, которую победила наша страна. И я просто до слез сегодня, до дрожи внутренней ощутила необходимость услышать этот набат. Поэтому программу я назвала «Бухенвальдский набат», потому что сегодня мы проживаем дни, когда заключены мы все в какую-то тюрьму. Весь мир, все народы сегодня на самоизоляциях, карантинах. То, что это чей-то злой умысел, помимо того, что, наверное, есть основа эпидемии и так далее, но то, что это злой умысел, рассадить всех по домам и показать людям, что такое такая страшная тюрьма, тюрьма духа. Вот это, по-моему, недопустимо. И, по-моему, сегодня этот набат звучит в планетарном масштабе. И сегодня в нашей такой по-своему собранной программе мне хочется, чтобы этот бухенвальдский набат, набат на всей планете, соединил людей в идее мира, в идее процветания и во имя будущего наших прекрасных детей, таких талантливых, таких ярких, таких ощущающих себя гражданами большой страны и защитниками этой страны. Мне так это было сегодня радостно слышать, что родилась идея сделать такую программу. Люди мира, на минуту встаньте, слушайте. Гудит со всех сторон. Это раздается в Бухенвальде, а я добавляю, на планете. Колокольный звон. Колокольный звон. И хочу я начать сегодня наш фильм с выступления талантливейшего, очень интересного парня, который стал победителем детского шоу «Голос», Валерия Кузакова, моего ученика, с замечательной песней «День Победы». Обгорелые в лифте.
А сейчас прозвучит голос чудесной, талантливой девочки. Ей 12 лет, Валерию Кузакову 11. Так вот, Дуся Ерофеева споет вам изумительную песню «Казаки». А сейчас прозвучит песня, которая как колокол, как набатом отзывается в наших сердцах, и споет ее мой ученик, талантливейший парень, ему 12 лет, Илья Понти. Он победитель многочисленных российских и международных.
А сейчас вы услышите очень талантливую девочку. Ей 13 лет. Каролина Старцева. Моя ученица. Которая изумительно поет песню Любаши из оперетты Листова «Белая акация». Этой гениальной песни, которая стала в каком-то смысле символом эпохи, символом антифашизма, символом борьбы людей за мир. Звон гудит, гудит над всей землею, и звучит взволнованный эфир. Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир, берегите мир. Берегите мир. И сейчас таким торжественным финалом нашего небольшого фильма прозвучит хоровая студия «Созвездие детства» под управлением Валентины Упрямой. Кстати, Дуся Ерофеева, которая пела песню «Казаки», это тоже ученица замечательного педагога Валентины Упрямой. Вот сейчас песня «Белых птиц» завершит нашу программу. Давайте беречь мир. Давайте бороться за счастье наших детей и всех нас. Сегодня наш голос должен быть возвышен и прекрасно звучать, громко звучать настоящим планетарным набатом над всей планетой Земля. Глубокий боль.
полях войны, где-то в тишине, вдруг поднимут крик птицы белые. И забыть бы все, да никак нельзя. От глубоких ран плачет мать земля. Над землей летят тучи серые, и кричат им вслед птицы белые. Птицы белые летели и кричали в высоте. Над полями и городами люди, скажем, нет войне. Вечно в памяти живущих это горе и беда. Никогда не повторится, никогда. Сколько лет прошло после той войны, славы монумент именно хранит. И горит огонь вечной памяти, и кружат над ним птицы белые. Как заставить нам ненависть уйти, добротой души сердце растопить, мертвых оживить, пробудить живых, в небо отпустить белых птиц своих. Равнодушие и боль спрячьте, люди, айсберг ледяной растопите в сердце. Белых птиц своих отпустите в небо. Верю, счастье на земле будет вечно. Птицы белые летели и кричали в высоте. Над полями и городами люди, скажем, нет войны. Вечно в памяти живущих это горе и беда. Никогда не повторится, никогда не повторится.